Но если вы съедаете за день огромное количество белого хлеба с глютеном, а глютен это по сути клейковина. Помните раньше, на чем мы клеили обои? Организм не может их быстро переварить. Он залипает на стенках кишечника, поперечно-ободочная, восходящий и нисходящий отдел сигмовины, и начинает там гнить, приводя к аутоинтоксикации. Ну, это значит отравление организма собственными ядами. То есть гниет внутри вас хлеб. И вот этот хлеб, гниющий внутри вас, приводит к развитию онкологии.